Бери мне голос. Давай, давай, послушаем. Давай, да, я тоже послушаю. Ты что, соскучился по моим матам? Да, захуесось их, блядь. Просто люди не привыкли, как говорится, ну, к матеркам. Вот пусть послушает, может, полегчает. Варло. Я Нахуя тебе не твои представляю, блядь. Три друида есть, четвертый на подстраховке есть. Как можно не дать твои контроль, твои блядь? Элемы есть. Я вот тоже не представляю, как не дать контроль на друиде. Акиса есть с элемом, которые могут сбить каст КД 6 секунд. Могут просто сбить этот хаусболт. Там, блядь, что ни класс возьми, рога пинок даст, ослепление даст, этот парализующий удар. Вары могут дать. Это же надо взять таргет, блядь, и Да, чарнуть ебать, там. так а нахуй нам таргет брать? Лучше давай 4 часа тут сидеть и нихуя не убивать. Давай так, может? Или как, блядь? Босс сложный, нахуй, это не РБК, блядь. Если вы не будете таргет брать, что-то подсуетиться, за вас тут никто не сделает ничего, нахуй. Как вы не поймете, блядь? Вот вам, блядь, толдычишь, блядь. Ты спекнулся в сову. Да. Ну только у тебя, блядь, Т4 нихуя нет, тебе надо Т4 где-то выбить, блядь. Чтобы Бывает. У нас четвертая сова. Четвертая, да. Можешь ее поставить на луну? Потому что я ловлю каждый раз при любом контроле 2-3 саппорта, первые косты. Вот хочу срись. Ловлю человека контроля, 2-3 саппорта, потом вихрь Да проходит. потому что вы не Пройдут все снимаете. ебаные контроли. Потому что вы не снимаете защиту от темной магии. А присты ее бафают, Вихрь это обновляют. не защита, вихрь это природа. Да я не Там природа же у бафую. друидов. Вот и я ж хз, блядь. Не было на тех КД. На тех КД все было пиздато с Там, контролем. по-моему, тьма Сейчас 2-3 считает. саппорта стабильно, мать его. Вот Ну, поставил, может пожалуйста, ты не. на луну. Мы Может можем ты. попробовать друидовский баф снимать, я не знаю. Может ты не заметил, может ты контролишь рогу, который кош сдал, и думаешь, такое, блядь, сопрос. Нет, я специально смотрел. Это и на шаманов, и на друидов, и на паладинов, и на варп, сука, на всех, мать его. 2-3 саппорта стабильно, хоть усрись. Так может просто не только друидам контролить, а, блядь, фиры отдавать? У меня Ху, ВП не эти... проходит с первого коста Вы не контроль. ВП, понимаете, вы не что я понимаете, не блядь, делал? друид должен давать контроль в любом случае. Дается там саппорт, не дается. Вихрь Нет, нужно так я повешивать. кастую, кастую, Да я кастую. не Просто тебе люди говорю, больше не подожди, даст. все, подожди. Я не тебе говорю. Во-первых, вот люди говорят, вы там давайте контроль. Да, вы можете дать этот контроль, сбить каст, но это не спасет человека. Вот Песа, допустим, будет стоять, да, у него тучка будет в КД. Равис такой в него кинул саппорт, и он начинает кастовать взрыв разума в Давакина, блядь. Что ему, каст легче сбить? Или подождать, пока он его вихрь повешет через два саппорта. Конечно, ему надо сбить каст, дать фир. У него может быть антифир свой. У Вары у всех антифир может быть не слитый. Думаешь, они каждый раз сливают, я разберсерка. И она может откдешиться в контроле, блядь. Могут все давать контроль, блядь. И должны давать контроль. Как в ПВП, как на чемпионах, блядь. Но вихрь все равно надо кидать. Но это хотя бы время выиграть, чтобы вихрь сработал. Вот Вихрь да. всему голова. Вот сейчас по мистере дали бы фир, он бы в меня хаосболт не въебал, ему прилетел бы вихрь, и все было бы нормально. Вадикон, ты лагаешь? Это было 5 Да. траев назад. Слышишь, Фарло? Это вот Давай. только что было на этом трае. Друид инвалид тогда по луне контроль, равист треугольники, а синтек квадраты. Вадикон контролишь, ну, чисто на остаточном явлении, чисто что получится. Может, из-за вадиконовского лага не получается нихуя. Ну и страхуйте, блядь, фирами там, ослепление сливайте, парализующий удар разбойники сливайте, хотя бы каст сбить людям, чтобы они не пошотали вас. И отпрыгивайте, когда берет вас в контроль и берет людей рядом с вами в контроль, отпрыгивайте оттуда, потому что они дадут ОЕшку, и вы по ним дадите ОЕшку, и вы вздыхаете так по КД. Он биг дэм, он стресса убили. Пизду, блядь, играешь, играешь на второй фазе, хлопок минус 5, хлопок минус 5, хлопок минус 5, и так по КД, блядь. Защиту от темной магии снимите. Снимите защиту от темной магии, блядь. Потому что локи вас не зафиряют. Вары, 4 вары есть. Фернуть могут из-под босса людей. Они разбегаются очень хорошо. Прист, шипы. Да, дал отчет. У нас час.
Контроль, секунда. Вот Святося, кто бьет? Не на того напал Биг Дэм, блядь. Хотя лучше на меня нападаем, блядь. Пиздец. Отрежь 5 секунд, по боссу хуярим. Контролем. Ауга Святос Главара. А Святос я вижу вихрь. Да, вы поздно кидаете просто. За то время, как вы кидаете, блять, не знаю нахуй. Ладно. Хули вам объяснять, блять. Может лагаете, так хуй знает. Босса хуярим еще 5 секунд. Трэш выйдет еще 5 секунд. Хуярим до ляма. Еще хуярим 2 ляма по боссу. Задотываем. Все, стопайте по боссу, трэш зерга. Все, забирай рарник. Забери рарник. 200 тысяч переводите, босс. На пулы на воина. 100 тысяч, ну переведите. 3 секунды до трэша. Трэш разъебите. Геру давайте. Духи под босса. Сразу хлопок, друид инвалид. Сука, встань где-то в стороне, блядь. Не хлопай духов, давай вихрь и все, блядь. На Лингрена на полу. Да ё-моё, страх. Ничего, пройдет. Здесь сейчас в ромбике трэш будет, готовьтесь. Вставайте, право, лево, отбегайте от духов, бежим. Кружки дух. Трэш вышел, задотайте, помогите людям трэш убить. Минус 2 уже, блядь. Равист Мистери, Реса и Вадикон, имя имен. Это не я. Не надо мне комментарии вот эти. Играйте, блядь. Контролем людей, разверяйте людей. Засчитуйте имя имен, блядь. Он сдохнет сейчас, ну, от стрелы, блядь. СС кому? Подожди пока. Бежим от духа. На пулы. На Лингрена один раз. В следующий раз на этого, на имя имен. Друид инвалид, Реса и Навена. СС имя имен по синтеку. Мистери свободен. Друид инвалид, ну Айновена, Рещи, найди, дай ему БР. Вот, давай. После засчитуйся. Засчитуйте Айновена. По войду на пулы. Да ебаный в рот, ну не хлопай. Друид ебаный инвалид, нахуй. Ну встань ты, сука, где их нету, нахуй. Убежите от леди. Сука, как ты заебал, блять. Ты хлопаешь еще, блять, еще не вайпается рейд, блять. Духи возле леди с двух сторон, нахуй. Бежим, съебываемся. На пул и на вой, да? Пока не заберу. Все, забрал. Так, трэш где-то выйдет сейчас. Духи вон в центре, бежим. Так, бежим возле леди, дух. Бежим, великий, съебываемся. А то скажете, там споткнулись.
Все, вон трэш в ромбике, разъебите, помогите, блядь. Дух прям в центре, бежим с леди, с двух сторон духи, съебываемся. Он не зыбку, блядь. Законтрольте людей, Духи, духи, бежим от духов. Рависта не разъебите, да сбейте ему каст, блядь, все, захильте. Молодцы. Кто там? Синтек. Синтек ресы. Последний шанс, нахуй. Эй, ресаешь, встанешь там, сразу фулбаф по нему. СС есть. Бежим. СС дашь. Ну давай парарнику, хуй знает. Тут не угадаешь уже, кто сдохнет. Помогите трэш. Варов расфиряйте прям возле босса. Не зауешьте варов возле босса. Вот там вихрь. Трэш помогите. На стресс защитуйте, сука, не сдохни. Рарника не уроните, блядь. Ну хилы, 5 хилов. Блядь, захильте. Ебать, я вот... Духи, бежим. Трэш разъебете вы или нет? Он, блядь, 2 минуты бьется там уже, блядь. Дайте геру. Из-под леди бежим. Все, на ту сторону идем. Сейчас в кружке будет трэш. Когда стрелы пускаются, и вы надо массивить. Бежим от леди, дух. На леди, на миликов бежит. Бежим. Массакрус, давайте, у кого там есть протопалы. Духи побежали от духов в центре. Вон, в луже два духа. 3 хила в контроле, сейчас переживем эту хуйню. Песа дай на хп, Песа на хп дай. Рарник, не сдохни, дай какую-то прожимку. Сейвы свои жмем, себя хилим, блядь. Хилы в контроле были. Все, на пулы на войда даем. Духи побежали. В центре духи там убегают. Вторую частицу перевесьте, пожалуйста, на рарника, блядь. Два пала. Холи пала. Прошу вас, блядь. Господом богом, блядь. И щит земли, сука. Какой-то шаман. Обновите, нахуй. На рарника, блядь. Духи возле леди. Бежим. Контролим людей. Эфир дайте. Не убейте их. Не зауешьте. Хлопок духа. Ну быстрее. Меловица на хп. Я сдавала уже, когда все поставили. Все понятно. Играем. Еще пачку трэша и будем в босса бить. Сейчас последняя пачка вон возле духов. Ладно, давай еще после них. Все, никто не сдыхайте, нахуй. Так, вон ту пачку добейте, РДД. Духи появились. Даю незыбку. Милики, бежим, сука. Вас духи, два штуки. Беги, беги. Все, сейчас еще пачка в ромбике одна. Ее убиваем и после нее фул по боссу даем. В ромбике остаемся. Давай готовимся. На пулы на Лингрена. Частицы на рарнике ни одной не вижу. А, и одну или две. Ладно, обновите, если... Расфиряйте людей. Незыбка КД. Дайте массакру паладины кто-то. Цубражин сдох. Вставалку юзай. Песа гимномана. Вот этот трэш убиваем. Духи прям... Милики все на трэш. Помогите трэш вот этот. Убейте 3 моба нахуй. И бьем босса фулл ДПС. Алло, блять, как слышно? Прием. Мне босса туда завести, блять. Убейте этот трэш. Все, и тут и остаемся, бьем босса. Захиливаемся на фул. Фул по боссу. Духов только бегаем. Все, рарник, там держишь, на него это цейвы. Короче, я не знаю, ману, давай равист по Эновену, синтек по Эновену. Массакру давайте, у кого там есть. От духов бежим. По боссу фул ДПС хуярьте. Ну не сыпьтесь нахуй. Ну я подошел, а киса просто отъебашил. Все. Играем по боссу. Это последний шанс, нахуй. Больше не падайте. Бегите от ебаных духов. Все, следующий на пулы на войда. Духи возле леди, бежим. Главное рарника не проебите, хилы. Скоро незыбка через минуту будет. Бежим от леди. Духи в леди бегут. Духи возле, прям в леди, нахуй. Съебались, милики, быстрее. Контрольте людей, эфир дайте. Не зауешьте людей возле босса. По боссу. Нажмите геру по тем, кто упал. По боссу хуярьте, 4 ляма. Только духов не хлопайте, сука, иначе хуй убьете. Берс. Берса? Это как-то и не заметил даже берса, блядь, что наступило. Пиздец, я бегал.
Залупа ебаная. ДПС у нас, смотри. Хули залупа там ДПС, 6 тысяч нахуй усов, блядь. Дикон лагает, блядь. Поебеть. Надо ДДшникам теперь делать легендарки. Магам, локам. Угу, блядь. Да в натуре, блядь, а мышку починит, нахуй, как убьем, ебать. Аж до джайны, нахуй. Все, блядь, положим, нахуй. Не говори, блядь. Да нет, я боюсь, мы где-нибудь на тухлом остановимся. Да какой тухлый? Если леди пройдем. Тухлый хуйня, блядь. Если леди пройдем, то сегодня мы на ней и остановимся. Может, это по сейвам вот это именно, когда что за дезморали? Стрелы кидают ледяные, мы сдаем сейвы. Получили. Да там, блядь, сейвы на духов надо сдавать. Дух еще есть ДД-спек. Дух с контролем. Зубраджина есть. Зубраджина есть. Хочешь 4 хилить? А каково тут делать-то? Ну, типа, блядь, если вы будете сейвиться там на просадках как-то, блядь. Типа, если хуй положить, то и в 4 можно проебать рейд. Чё, зубраджина спекнуть? Ну, хапало что-то неохота, блядь. Там и массакры, блядь. Ну, нет. Лучше спекнуть хапало, всё-таки это таргет хил больше. Эй, блядь, заебёте, блядь. А здесь нужен именно масхи. Так, кстати, о духах, блять. Можно кису в хила зубра в Элема. Так, а вы мне скажите, кто после вайпа хлопнул духов? А то я накинул друид инвалиду, кому синтеку. Ты еще... имеешь в виду, когда типа уже все упали? Да, да, да. Еще Вадикон и Песа. Они на трае хлопнули. Песа на трае, да. Вадикон. В конце или когда? Вадикон, я когда ты? Не знаю. Я тоже вроде не хлопал, но. Как я играю, по крайней мере, я не вижу, чтобы я хлопал духа. Да я тоже вроде не хлопнул, ладно. Ладно, аддон написал, значит спускаем. Ну я типа пульсирую от лифта к лестнице, где трэш появляется, и дотки раскидываю, потому что если я в центре окажусь, все, я там секунд на 6 зависну, и там и останусь. Там на замену нет никого. Да нету нахуй. Какая замена, блядь. Вот все 25, кто тут сидят, они хотят что-то, блядь, вот убивать. Вас... Так что, блядь, ныть противопоказано. Все готовы? Это, что там, 2 БР в КД? Что по ССам у вас есть? СС. Мистери есть? Имя имя? Ну, еще там, сейчас, посмотрю. 6 минут. Ага. Ну, короче, мистери дашь по вайпаровисту, а имя имен дашь по синтеку. Все, проверка. Дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Контролем.
Что, парни, это последняя гонка, да? Последний заезд. Все, расходит. Последнее дело. Трэш. По ДПСу, блядь, проходим все, сука. Только надо, чтобы люди живые были. Все, точно мы сейчас убьем его. Ну, типа, серьезнее, соберитесь. Нихуя сложного. Не позорьтесь, это мне страшно. Огин садик. Лол. Стрелять мы. Ничего не знаю. Должна была в тучку там. Давай в одикон резь ее. Инер ей. Ну, даже. Это тучка, да? Ничего, подбежать даже нахер не. Все, ну не пиздите нахуй. Сосредоточьтесь, смотрите, блядь, на монитор, на таймеры, блядь. Потом попиздим после босса. Инер, фулмаф по ней, каску лампы, пристабав. Давай еще друид инвалид по миловице инер. На фул ресницы все-таки считывать надо. Контролем. Вот стан вот этому кто-то, вот спасибо. Разъебываем, разъебываем. По боссу до ляма еще чуть-чуть. Вот лям с половиной. Еще чуть-чуть, еще трэш сейчас бьем. Все, стопните по боссу. Все, ждем трэш. Трэш зергаем и потом переводим. Все, 500 тысяч, уберите доты, собаку, уберите всю хуйню. 400 тысяч. Трэш. Трэш зергаем. Контролим людей, контролим людей. Не убейте, не убейте. Заберешь там. Все, я пошел на босса. Зауешивайте эту хуйню. Там хуйня. Сейчас люди с контроля выйдут. Ну, сука. Есть, был БР? А, нету. Этот самый. Рави, стресс и синтека. Приводите босса. Геру. Бидон, тотем, пэса, пэса на ману. Имя имен, зачем взорвал? Имя имен? Имя имен Фарла. Фарла не было, духа. Ну я видел, был. Не было. Все. Давайте потом. Потом, блядь. Вставалка есть, Гримзол? Нет, когда. Так, два БР. Синтек, Рес и Фарла. И друид инвалид, Рес и Мистери. Последний шанс, блин. Последняя гонка. Друид инвалид, ну сука, ну резай мистери, ну где ты, блядь? Да я не вижу его, где он? Так в... Ёбаный в рот. Где звездочка? Где звездочка? Только возле босса. Аддон, скачай вуду нахуй. Фул баф по этим людям теперь. Мили, мили. Это, Геру дайте для павших. Друид инвалид, блядь. Пизда просто, блядь. Заберите босса, пожалуйста. Танчи, нахуй. Одевай незыбку свою, щит, нахуй. И стой, бей его, нахуй. Сейчас Тагрона берется. Какой тут нахуй ДПС, когда 4 челика уже лежат, чилят, блядь. Где там? Ебать, я хуй знает, нахуй. Я не знаю, нахуй, как вам, что вам сказать. Еще нерфа подождать, да? Когда у нее 20 лямов будет. Может сразу на циркуль тогда пойти играть, ребята? Как вы тот раз убили? Ну, чудом, нахуй, убили, чудом, блядь. Не лагал в одикон, наверное. Ну, стресс Святоса подменил и убили.
Да мне что-то кажется, ДПС не хватит. Что там, 4 минуты с 38 лямов. Ложитесь, уже все. Вот после Айновена. Там Айновен, смотрим, кто еще взорвал. После взорвал, я бежал. Но меня звездопадом убил Синтек просто. Так, Эйя. Ну сейчас ты взорвал, ты падать решил или что, вот Айновен? Все уже. А че, стоять что ли? Я понял, ты решил падать и... И это самое. Понятно. Вот Фарла и Мейми. Убейте меня кто-нибудь, убейте меня кто-нибудь. Вот в самом начале прям первые два духа вылезли, Фарла и Мейми. Получили дамаг. Вот Фарла смотрим. Мстительная тень. Атака ближнего боя, блядь. Вот она. Давай еще попробуем, у нас еще получится. Возможен только один вариант, как это произошло, блядь. Ну давай, я... как? Туда, куда я перебегал, там он и резнулся. Все, других вариантов там нет. Ну да, наверное. Потому что рядом со мной в меня никто не бежал. Вот имя имен, блядь. Даже, по-моему, несколько хлопнул, нахуй. Цены всех тоже было. Там не зыбка была. Это как понять? Ну там автоатака 400, вон. Это не одна, это автоатака, наверное, две. Ну, типа, да, не, один у него вылетел, я увидел один. Но был под низы. Да влетел-то один, это понятно. Потому что с Фарла они одновременно хлопнули. А мы рядом были, что ли? Ну, блядь, духи, если рядом были, может быть, и рядом были. Получается вот так. Ну, Эйя на Верочку не, тоже. Видел, в него летело. О, бля, летел дух в него. Он не вот. Убегал. Ну, была незыбка, он поэтому не умер. Спасибо тебе. Да, так, что, все? Почему все? Еще раз? Еще раз? Еще раз, да, блин. Ой. Мне вот просто интересно. Вот давай, друид инвалид, print screen, shift insert во флудилку. Присешу. Как ты видишь рейд вообще? У меня стрелка не отображалась. Ну, это вот что, это грид, вот эта залупа? Или это стандартные аддоны в сервисе? Это, в смысле, это Вуду. Это Вуду, блядь? Да. Да ну нахуй, ебать. Вон справа сверху на мини-карте, вон, видишь, значок. Понятно. Странное Вуду. Ты скачай, как у меня, вон, зеленая нахуй, там стрелочка не багается. И у тебя что, как, она вообще раньше появлялась, стрелочка? Да, у меня стрелки сейчас есть, но я просто жму на лока, но его нету, не показывают. Ничего, бывает. Как контроль, вихрь, как даешь? Смерч. Мышка. Кнопка мыши. Центральная. Колесико. Я хуй знает. А через воду нельзя поставить? О, у меня стойки меняются на мышь, на колесико. Через воду что угодно можно. Ну вот, попробуй через воду поставить смерч. Просто будешь нажимать. Так он так и делает, блять. Так он же сказал, типа, колесико мышки жмет. Ну он назначил колесико просто и жмет. Колесико жмет и все. На воду поставил. А, ну норм, норм. Короче, 4 БР в КД, блядь. Это означает, что там по СС? У вас откатились? Откатились. У меня, да. Так, ну давай ты по... Давай по Вадикону. А имен у тебя откатился? Угу. Ну давай по Рависту. Ну у тех там по 4 минуты, может. Главный друид инвалид из Синтек. Сука, не сдохните, от духов получше бегайте. Ну а еще попробуем. Это, мистери, может быть, вылетит, потому что что-то у меня тут прилеты там где-то недалеко. Пиздец, бля, ебаный урод. Не, ну вообще. Поиграть не надо. Пока нормально, но. Ну я понял. Я понял. Палки в колеса, блядь. Проверка. Я рыбу ставил, нет? Вот, а вон она стоит. Да, стоит. Сейчас поточу. Да, стрёмно, ребята, стрёмно, конечно, нахуй, что так получается. Пизда просто так хуёвая, это что? Не можем убить эту хуйню, блядь. Как-то тут раз убили. Это вышло случайно, видимо. Эта леди нам поддалась. Там немножко ДПСа побольше было у людей. И Вадикон не лагал. Друида инвалида там не было.
Лют инвалид слабенько играет и по ДПСу, и ну, не знаю, если он... Можно подумать, он один тут, блядь... Да ё, чё... Всё, потом... Все возьму, блядь. Ну это командная игра, тут надо всем постараться, блядь. Не отрицаю. Зергаем мобов, пока контроля нету. Контроль 5 секунд. С фанатика там по возможности здесь пыльте. Контролем. Бидон Геру скинул. Трэш. Ебать. Контроль 2 секунды. Задотайте мобов. Готовимся законтролить людей. Контролем. Киса скинул Геру. Хуярим. Страшно, раненько аж полтинник отдаёт. Бидона не убить! Беда! По боссу играем еще 2 ляма. Трэш выйдет еще 5 секунд по боссу играть. До ляма и трэш потом. Убиваем. Так, еще лям по боссу. Все в трэш. По боссу стопните, уберите мобов, доты уберите. Контролим людей. Ты заберешь там равника этого пидора. Переводите босса. Фулл ДПС. Давайте Геру, у кого есть там. Духи, ребят, духи. Так, дал не зыбку на первых. Возле босса милики ушли. Следующие духи сейчас сразу появятся. На пулы на Лингрену даем следующие. Духи бежим. Не убейте миликов. Минус биг дэм нахуй. Сейчас пролетит дух. Вставай. Фулл баф по нему сразу. Блять, ты тут, Биг Дэм? Ну, мы ДПС теряем. Вставай. Меня не резал, говорю, еще не все, чтобы вставал. А, блять, а кто там начинал каст? Ну, давай этот, друид ин... А, все, не трогай, нормально. Ровист резну. Просто кто-то каст начал, я поэтому подумал, что резнули. На Лингрен, на пул и все. Милим. Мистери убитый, блядь. Контролем. Зафиряйте Аугу этого, ферните отсюда. Блядь, пизда, блядь. Друид инвалид, ресай мистери. Следующие духи сейчас появятся. Все, следующие на пулы на Войда. Фулл баф, каскулап, пристабав по мистере. Блять. Захильтесь. Вы взрываете их по 2 нахуй, просто. Ты не
На пылы на войда. Контролим, давайте, эфир людям. Салага стоит, блядь, смотри. Я ему сало дал, нахуй. На войда напуливаем. Выбежали. Так, на стресс лежит. Вадикон, резай на стресса. На стрессу фулбаф, каскуап, пристабаф. Крик на хп, обновите вары. В разных частях комнаты. Вон трэш. Помогите трэш рарнику убить. МДД, вон свичнитесь. Духи из центра побежали. Так, дал не зыбку. Бежим. Не зауешьте. Вадикона не убейте. Там вихрь нормальный. Продлите контроль. Все, вышли с контроля. Трэш сейчас везде будет. Сейчас сейвы надо бежать. Ну, на вент давай массакру там, если будет. От следующих тогда. Вот сейчас контроль будет под контроль, Даш. Духи, бежим. Трэш, помогите. Ну, фарла дай тогда. На следующих там. Нету. Ладно, тогда похуй. Фиряти под боссом не убейте людей. Угу. Все, расконтроль. Вихри обновите. Отбегите, обновите, потом за ДПС. До персы минута будет, скажете. Так, мобов добили. Все, на ту сторону сразу передвигаемся. Да, бегите от духов. На ту сторону двигаемся потихоньку. Сейчас РДД должны помочь, РДД помогите быстро убить. Сейчас в ромбике помочь. Дайте Геру, у кого есть шаманы, если у кого откатилось. Ухуярим. Пачку трэша убиваем. До берсы 2 минуты. 3. Духи. Прям под боссом, блядь, бежим. Это на меня бежит. Я бегу, бегу, бегу. Гримзол. Вставалка есть? Откатилась? Нет, когда. Блядь. Мистери, сука. Моб. Ничего не говори. Значит, последний БР синтек в мистери закидывай. Духи, бежим. Да сука, ну бежим нахуй! Ауга, ёбаный в рот. Пизда, блядь, все засрал нахуй. Если мистери один хуй. А, он лежит сам синтек нахуй. Ясно нахуй, ГЦ, блядь. БР был? СС был? Spirits. Нет. А, там у этого правительства должно быть. Да хули, БР ТКД, блядь. Играем так. Так, что там? 2 минуты еще можно в трэш пачку сыграть. Вы все посыпались нахуй, да? Походу. Пизда, я хуй знает, как это, блядь, комментировать нахуй. Бежим. Святос. Все, уснули, да? Бежим от духов. Контрольте людей. Вот этот трэш последний добиваем на рарнике. Подходим сюда. Рарник сейчас сдохнет. Ревностный. А ты уводишь босса, да? Добейте последний трэш. А, блять, пока вы будете добивать его, сейчас берса будет уже. И добивать никто не хочет, нахуй. Вот рарник сейчас сдохнет, все, вайп рейда. Ложимся. Вот после этого смотрим, кто хлопнул. Имя, имен, синтек, акиса, ауга, свято, друид, инвалид. Spirits. Ты не в сил противиться моей воле. Вы осознали бессмысленность своих действий. Где святос? И акиса еще забыл, да? Имя, имен, синтека, киса, ауга, свято, друид, инвалид. Нормально, блять. До вайпа, блять, 6 человек духа хлопнули. Охуенно. А какая разница, блять, убили вы, не убили, нахуй, его лопнули уже хуёво, блять. Погоди, а где я лопнул? Я умер от духа. Ну, лопнул и дух, и умер, блять, одновременно.
Вот смотри. Но я умер от того, что ауга взорвал. А, ну ты лопнул. То, что ты лопнул, похуй, да? А где я лопнул? Я не видел даже, аддон вот твой не показывает. Почему-то. Сейчас найдем, блядь. Вот, смотри. Меня он тоже не показал. Вот видишь вот эту хуйню в чате? Атака ближнего боя. Это означает, дух подлетел к тебе и ебанул тебе атаку. Еще и хлопнул после этого. Слышь, вспышки смещения у тебя две. Одна, которая тебе он хлопнул, ты не сдох. По какой-то причине. Может, щиток ДЦ был. А вторая, это которая Уга, ты говоришь, тебя убил. Вот и все, вот и весь ответ. Он не показывает, если никто не умирает. Он показывает, если кто-то умер. Значит, имя имен кого-то убил. Вот и все. Ну, то, что он не умер, это не отмазка вообще никак. Нет, если бы я кого-то убил, это бы показало аддоном. Но я-то никого, видимо, не убил, поэтому он не показал. Так я понимаю? Ну, а нет, Фарла меня тогда тоже не показала. А где Фарла тогда почему показала? Когда он никого не убил, он задоджил, типа, духа. Ну, он сам умер, потому что... Смотри, тут да. Написано, не отбежали от духа и взорвали его. Имя, имен, Синтек, Акиса, Ауга, Святос, Друид, Инвалид. Все, какие еще вопросы? Вы взорвали. У вас в рекаунте получена автоатака от духа. Вы взорвали духа. Все. Это привело к вайпу. Об этом спорить бесполезно. Это привело к вайпу? Привело. Конечно. Все. Какие могут быть вопросы, блядь? А если бы не привело к вайпу? Ну, блядь, если бы не привело, мы бы, наверное, убили, блядь. Наверное, так я думаю. Но пока что мы что-то не убиваем. Шесть духов, представь, за трое шесть духов хлопаются. То есть вайп может быть в любом случае... Получается так. Нет, вайп только в случае, когда духов хлопаешь. А когда хлопнул духа, а вайп случился по другой ситуации, то как тогда рассматривать это? По всем ситуациям сегодня произошел вайп из-за духов. Дух хлопает, падает 4 человека, ДПС не хватает, все. И это ситуация, по КД у нас повторяется. Можно... Никто не умирает от хлопания духа, то почему тогда? Как это никто? Как это никто? 6 человек, я же тебе говорю. Я два раза взорвал духа, мне дали 200 ГП, хотя ни один человек из-за этого не умер. Все, да не возмущайся. Вот и я про это спрашиваю тоже. Почему? Я тоже, ну, тоже хлопнул, тоже посмотрел, нормально. Почему-то получают ГП. Да какая разница, сейчас ты никого не убил, в следующий раз ты вайпнул рейд. А следующего раза еще надо будет дойти. Вот сейчас. Тогда вперед, то еще ГП каждому выпишем, будем наперед выписывать. Зачем вперед? Взорвал духу, получил ГП. В чем вопрос? Ну ты говоришь, в следующий раз. Ну давай сразу вперед кинем ГП, потому что будет в следующий раз. Чего там? Ну учитесь так, чтобы не было следующего раза. Че купите? Наговорились. Вы понимаете, что иногда бывают ситуации, когда невозможно отбежать от духа? Да, когда он прям под тобой появляется. У меня у танка 10к хп, мне надо убегать от духа или танка поднимать? Вот ответьте мне, ладно, пожалуйста. Ладно, вот. Хорошо, ладно, ладно, тогда я вам отвечу на этот вопрос. Давайте я как еврей задам вам еще вопрос. Вот смотрите, что лучше делать сейчас? Вот у меня есть своя личная жизнь, работа, семья. Мне нужно 4-часовой этот трай, все, что записано на видео, открывать, включать вам стрим, разбирать каждый вайп, кто там словил, хлопнул духа и при этом не убил ни одного в рейде, но при этом вайпы по КД. Вот как мне поступать с вами? Так давайте давать вайпы тем, кто убивает людей. Тем, кто не дает контроль, а не только за духи, не только в духах проблема. Не, если, короче, ловишь духа, вне зависимости, убил, не убил. Ловишь духа, равно... ловишь духа ГП, убил, не убил, это похую. Ловишь духа ГП, все. Задача отбежать, хлопнуть ноль духов. И потом уже будет видно, кто там чего контролит, кто нет, как он дает, блядь. Поймал духа, никого не убил, и ГП полутал. В конце, может, да, сделаем, а потом, блядь, до утра там рассуждаете. Да, мусолите, блядь. Я не знаю, в чем проблема. Вот вы пришли играть в игру, игра для детей 12 лет, 12+. Вот 12 лет исполняется, у нас можно 5 играть. Минут до окончания РТ. Да, все, конец. Блядь, просто утомляешься, и уже внимание просто уже. Так, блядь, никто не спорит. Никто не спорит. Ну, а как люди тогда на заводе, нахуй, по 12 часов работают? Если бы они там утомлялись, так там бы, сука, там бы, блядь, взрывы происходили по КД, блядь, на этом заводе. Падали бы диваны с полки, там все бы ломалось, блядь. Не то пример приводит. Как это не то, нахуй? Бля, пацаны, от духа точно можно отбежать в любой ситуации. Но нельзя ловить
духов на этом боссе просто нельзя. Это, блядь, единственная проблема в этом боссе. Единственное, что может убить вас. Почему мы вайпимся? И в том-то и проблема, что не единственная. Мы не только из-за духов умираем. Блядь, вы сейчас понимаете? Если ни один человек не лопнет духом, мы пройдем этого босса. Вне зависимости от контроля или чего-то еще. Потом вы пиздите, сколько вам влезет. Вы заебали, серьезно. Вы сейчас, нахуй, что обсуждаете? Вы, блядь, вайпнули рейд, полутали ГП, нахуй. Все, вы что, хотите, блядь, оспорить свое ГП или в чем проблема? Нахуй, вы просто перестаньте так делать. Вам въебали ГП, вы просто осознайте, что вы, блядь, неправы, и начните играть лучше, нахуй. Все, а не надо, нахуй, перекладывать на кого-то, блядь, ответственность, что вот они что-то там не делают, вот они там что-то не делают. Ну ты же взорвал духов, взорвал, блядь, тебе и дали ГП. Все, просто проработай эту ситуацию, нахуй, и начни играть лучше. Все, не надо, нахуй, на других людей смотреть, блядь. Когда ты взрываешь духа, есть когда ты просто тупо стоишь сладко. Сука, я за 70 траев этого босса взорвал, сука, всего 2 духа, это сегодня, блядь, о чем вы говорите, нахуй? Все, это самое, Биг Дэм, можешь, спасибо, Биг Дэм, можешь останавливаться. Дал мут и мемен, извини, блядь, давай еще трай дэм, последний на сегодня и все. Давай, это последняя гонка. И мемен готов, плюс в рейд. Или еще, или еще в рейд попишем. Я зашел до того, что это мем про форсаж. Ну в смысле не хочу? Ты такой интересный, не хочу. Как вот мне к тебе относиться? Ты не хочу, говоришь. Мы тут 24 человека сидим, тебя ждать будем или что, блядь? А кто не заебался? Мы такие сидим охуенные все или что, блядь? Чё 6 мин? Осталось. Короче. Даю отчет. Попробуй только не бить, нахуй. 300 ГП вхуярю, блядь, за то, что не бьешь, нахуй, и все, блядь. Будешь чилить, нахуй. Трэш. Ну, уже смотрим внимательно, косты сбиваем. Значит, ты мемен по синтеку, СС, когда откатится, а мистери по рависту наш. Подъебало фанатика, только не заходите. Контролем. Трэш секунда. Готовимся. Максимально задотываем его. Контроль 5 секунд. Пока контроля нет, людей и выбиваем трэш. Все, не зауешьте людей. Вот свято своего бы 2 вара законтроливаем. Замедлите, приморозьте там. Главное, чтобы они не разъебали никого. Рарника не проебите. Частицы на рарнике не вижу. Хилы, пожалуйста. Трэш секунда. ДБМ умрет. Да, там на пару секунд отстает. Че это, фанатик? Контролем людей. А где курс, можно? Нужно. Ну, там 2 хила шамана могут, маг, 4 совы могут декур сдать, снять проклятие. По боссу больше играем сейчас, до ляма. Ждать не будем 2 раза, блять, на 3 лямах. До ляма играем, сейчас будет трэш, еще 5 секунд побейте, вот трэш вышел, еще 5 секунд, еще лям побейте. Все, стоп, по боссу переводим, этот трэш бьем, убиваем, фул по трэшу. Родник, заберешь потом фанатика. Ага. Все, контрольте людей. После контроля добивайте трэш. Забери, Миш. Все, вихри обновите. Верните там людей, что-то сделайте. Все, этот, переводим. До трэша 7 секунд. 100 тысяч на боссе. Босса ебаните. Ай, блядь, ГЦ, уга, нахуй. Ебаный в рот, нахуй.
Блять, я переводил босса. Да, этот самый друид-инвалид Ресия Угу. Он там возле босса лежит, где босс стоял. Да, он не зыбко. Хлопок сразу. А это я, блять, хлопну, я пидор. Согласна. Духи, духи, бежим. Бежим, бежим, по Уге фулбаф. На пулы на Лингрена. Спирит. Это не зыбка была. Бежим, бежим от леди, бежим. Захиливаемся на фул. В Мелизону бежит. Еще в Мелизоне дух, бежим от нее. На Лингрена напуливаем. Трэш, помогите, там РДД Рарник заводился. Все, бежим. Так, возле босса, прям в луже в зеленой. Бежит куда-то к тотемам. Трэш, помогите РДДшники ебануть. На этих духов, давай я на Венмассакру. Духи бегут. Даем контроль. Вверяем людей, не зауешьте. Киса, вставалка есть? Сейчас немножко... Да. Сейчас разлетится эта хуйня. Вставай, короче, Акису... Акису бафать. Духи, бежим. Фростболт. Синтек... Айновена резай. Винер ему сразу. На пулы на войда даем. Айновена фулбаф, быстрее захиливаем. Бидон тотем, ПС и гим на ману. Духи побежали. Миловица. Да, захилил, стоял. Да. Зубраджин, вставай. Рвист, вставай. Так. Вадикон ресай Эйю. Зубраджин тотем. Миловица на ману. Если есть. Я слила. Друид инвалид по зубраджину. Ну да ГЦ, что сливаешь сама по себе. Это круто. Я... В смысле сама по себе в контроле слила? А, я понял. Сори. Эйя. Кто там? Вадикон Эйю ресай. Дух прям в боссах бежит. Два духа. Все, фулбаф по Эи. Духи, бежим от леди. Вот там дух прям резнулся. Он секунду целую стоит. Бежим. Ну ферните, ферните этих гусей, блядь. Не зауешьте его. Вы чё, блядь? Бежим, бежим от леди. На миликов на нас бежит куда-то. Боссы больше. Еще 5 минут до берсы. Бежим возле леди. Два духа с двух сторон. На Лингрена, на пулы. Этот... Вадикон, дай по бидону там иннеры. Все иннеры свои в КД раздавайте на хилов. Ну, пустые, они не прохилят нас. Контролем, расфиряйте их возле от босса. Духи побежали. На Лингрена на пул. Все, через 10 секунд все на пулы на воина. Духи, бежим. Дал незыбку. Массы. Незыбку дал сейчас. Выбегаем. Следующий. Бежим, духи, духи под леди. Дух в леди прям бежит, бежим. Один БР у... Не могу понять, у рависта, да? СС есть у кого-то? Бежим, бежим, на Мелизона бежит на нас дух. У меня что ли? На пулы на войда даем. Еще пару пачек трэшей на 15 лямах будем после добивать. Законтрольтили дней. Ауга взорвал духа. Спеса дай на хп. На хп. И играет. Равист СС был? У него был БР, блядь. Ёбаный в рот, нахуй. Бежим, милики. Минус 3, это можно еще убить. Только не падайте, больше играем. Духи побежали, прям возле леди два духа. Съебываем, съебываем. Законтрольте людей, зафиряйте. Сову, ну, кастует, блядь. Вот, спасибо. Духи, бежим. Лоб кастует. Сейчас с контроля люди уйдут. Все, пошли мобов, поможем добить. Пошли мобов. Вон мобы стоят, урарника нахуй. Фуловые, блядь. Еще мы... Мобов бьем, еще 2 минуты до берсы есть.
Мобов убейте. Босса играем. Отбегаем. Ну добейте мобов, ну помогите, что-то киньте туда, блядь. Следующую пачку еще убиваем. Босса больше играйте. Контролим. Контролим людей. И разъебываем мобов. Три моба. До берсы 1.5 минуты. Блядь, что-то не успеваем на по ДПСу. Так, пачку... Откройте, пожалуйста, за мной бежит хант. Захиливайтесь, бежим. Вот эти последние три моба разбейте и бьем по боссу, здесь остаемся. Блять, вариантов больше нету, но. Добейте моба ебаного, блять. Я в него. Сука. И босса играем. На пул на Лингрена один раз, потом опять на Войда. По боссу фул ДПС. Забыли про трэш. Все сюда пришли. И босса хуярим изо всех сил. Че там? Минута. 12 лямов. 13. Контрольте. Прям забудьте про все, блядь, только духов не хлопайте и контрольте. Вот духи, прям под леди бежит один дух. Хлопнет, нет. Нет, не хлопнул. Убьем 10 лямов. Не, ДПСа мало, надо и ДПС сюда больше, блядь. Вот эти челики, которые дурит инвалид. Водикон еще лагает, блядь. Ложимся, нет? Ну, бейте, что, до берсы добьем, блядь. Три тела лежат у нас. Ауга хлопнул, спасибо. Там, короче, лог какой-то кастовал, и я, блядь, пошел ему фир давать, блядь. Понятно. Я тоже в экзальте. Наверное, меня законтролили. Не, я ничего, как в ГП получу, это без проблем. Просто это говорит. Понятно, блядь. Че там, до берсы? Или уже берса? Все, берса. 5 лямов. Ну, три челика лежат, это как раз они не добили. Как бы, блядь, волгающий водикон. Друид инвалид. Синтек больше их всех дает, блядь. Мистери лежит, чилит. Охуеть. Меня убили. Включил микрофон, имя имен. РТ закончилось. Сейчас я подам. А что ты там спросить хотел? Я уже не помню, блядь. Тарис, у меня там есть пару вопросов. Да, ты сказал, что знаешь виновного, и у тебя есть пару вопросов. Виновного? В чем виновного? Еще в мистере, зачем ты хотел узнать мою карту Сбербанка? Хотел, да потом с тобой поговорю, то. Ты еще играть будешь? Ну, 200 будет. За ребро и 1000, что на рейде сидят 3 часа, 4 минуты. Я студент, у меня денег нет. Так, что нам надо с ДПСом, да, проблемки решать? Угу. Ну да.